Заведующему детским отделением Ненецкой окружной больницы Владимиру Чудочину присвоено звание «Почетный врач Ненецкого автономного округа». Церемония награждения медицинских работников региона прошла во Дворце культуры «Арктика». За профессионализм, личный вклад в развитие системы здравоохранения медикам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Он мечтал летать, а стал лечить. Реализовать заветную мечту не удалось по состоянию здоровья. Поэтому намерение дарить здоровье другим стало делом всей жизни главного врача детского отделения Ненецкой окружной больницы Владимира Чудочина. Признается, мысли о том, чтобы сменить работу, не было никогда. В последнее время я достаточно часто, ну не часто, я прихожу на работу очень рано. И однажды, придя на работу в 7 часов, у меня дежурный персонал спросил, что случилось. Но они думают, что я опоздал. А я пришел на работу чуть попозже. За свой труд Владимир Чудочин удостоен профессионального звания «Почетный врач Ненецкого округа». Еще одну высокую награду, почетную грамоту Совета Федерации, вручили врачу-неонатологу родильного отделения Елизавете Рудницкой. Всего в региональной системе здравоохранения работает около 150 врачей, около 600 человек – средний медперсонал. И каждый вносит свой вклад в развитие системы здравоохранения Ненецкого округа, особенно сейчас. Самое ценное у нас – это наше здоровье, наша жизнь. И, наверное, наши врачи, если мы посмотрим, особенно, как вы правильно сказали, в этой ситуации, делают все возможное и невозможное, потому что, если брать статистику по всей стране, то, наверное, Ненецкий автономный округ в этой статистике по борьбе с коронавирусной инфекцией новой, он выглядит намного лучше, потому что, еще раз повторюсь, наши медики прикладывают все усилия, и, соответственно, мы получаем такой, можно сказать, хороший результат. За работу по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ненецком округе заслуженные награды из рук главы региона получили медработники окружного противотуберкулезного диспансера, взрослой поликлиники, центральной районной поликлиники, клинической лаборатории. Всего к наградам различной степени было представлено более 20 медработников Ненецкого округа. Мария Даник, Владислав Ткачев, телеканал «Север».